Всем привет! В этом видео я вам покажу насадку тестообразную для ловли рыбы. Тесто будем делать мы с вами из пряника. В данном случае у меня пряник шоколадный. От него идет обалденный аромат. Крошим его в любую тару. У меня еще он с железообразной такой вот с желейной начинкой. Ее мы в сторону, она нам не нужна. Получилась вот такая вот у нас мука из пряника. И сейчас мы добавим сюда немножко воды, чтобы размешать. В это время можно как бы в воду добавить арому. Но мне кажется, это уже будет лишним, так как у пряника свой неповторимый аромат. Еще водички немножко. Главное не переборщить. И перемешиваем. Также добавляем сюда пару ложек муки. Три ложечки сыпанем. И еще немножко водички. И все тщательно это перемешиваем до однородной массы. Когда я перемешаю, покажу вам, что получилось. Вот такое вот тесто у нас получилось. Эластичное. Напомню, как проверить готовность теста. То есть, когда мы мнем, тесто не должно прилипать к рукам. Аромат от него исходит обалденный. Рыбке очень понравится. Отделяем небольшой кусочек. Катаем шарик. Одеваем его на крючок. И ловим рыбку. Насадка получается тонущая. Держится на крючке обалденно. Запах идет обалденный. Ни одна рыбка от этой насадочки у нас не откажется. Кому понравилась данная насадка и данный рецепт, ставим лайки, подписываемся на канал. Впереди много интересного. Всем пока!